Аршавин был немного ленив. Помню одну тренировку, когда мы все усердно работали, а он отдыхал. Однажды он мне даже сказал: «Уильям, успокойся». На пике Рональдиньо был лучше, чем пик Месси. Ты согласен? Я выбираю Рональдиньо, у которого было значительно больше навыков, чем у Месси. Хочу спросить про Арсена Венгера. Арсен был профессором, я всегда его так называю. Номер один Роналдо феномен, и только потом все остальные. Как можно было не выиграть чемпионат мира? Это моя личная трагедия. Вильям Галас и Дуглас Майкон – легенды футбола нулевых и начала десятых. Недавно они сыграли в Москве на ежегодном Кубке легенд и представляли там сборную мира. Бразилец долгое время успешно выступал за пентакампеонов на позиции правого латераля, выиграв по два Кубка Америки и Кубка Конфедерации. Ну а на клубном уровне запомнился в первую очередь по игре за миланский Интер, с которым взял аж 11 трофеев, в том числе и требл в 2010-м под руководством Жозе Муриньо. Тогда Майкон был неудержим, разрывал правую бровку в каждом матче. По итогам года вошел в команду лучших FIFA, UEFA и был признан защитником номер один. Француз же был супер-универсалом, круто играл на всех позициях в обороне и считался одним из лучших в мире в этой линии. В АПЛ он провел более 300 матчей, дважды входил в команду года и столько же раз становился чемпионом. Причем поиграл за три лондонских клуба – Челси Муриньо, Арсенал Венгера и Тоттенхэм Харри Реднепа. А еще Вильям был одним из лидеров сборной Франции и брал с ней серебро на Мундиале 2006 года. Кстати, на следующей неделе в клубном футболе перерыв на встрече сборных. И российская команда проведет матчи с Сербией и Парагваем в Москве. На первую игру билетов уже не осталось. Полный солд-аут. Но мы вместе с нашими партнерами из Фона, которые также поддерживают и сборную России, в телеграме «Мяч Продакшн» проводим розыгрыш тикетов на этот матч. Все подробности внизу, а теперь начинаем. Okay, so as I know, it's not your first time in Moscow. Насколько я знаю, вы не первый раз в Москве. А можете вспомнить первый раз? Первый? В 1999-м. 99. В 99-м? Ага. Вы приехали со сборной Франции? I came with Marseille. Нет, это было с Марселем. Мы приехали на финал с Пармой. Marseille against... Финал Кубка УЕФА с Пармой. Но вы проиграли тот финал. We lost them. К сожалению, да. Наверное, не осталось хороших воспоминаний от России. Не совсем. Просто тогда у нас не было пяти основных игроков. Например, у меня была дисквалификация, у Кристофа Дюгари тоже. К сожалению, было много игроков с перебором карточек. А можете вспомнить самый тяжелый матч против российской команды? ЦСКА Москва. Было холодно и очень трудно. It was difficult. So how did you cope with the... И как вы лично с этим справились? That is, particularly you. Not particularly me. Да в целом ничего такого. Игроки всегда должны быть заряжены с самого утра в день матча, ведь впереди сложная игра. Просто тогда было еще и холодно. Ну и снег нельзя сымитировать. Снова... You cannot simulate... Конечно, нельзя, но надо быть сильным ментально, быть готовым, что будет нелегко. Даже когда мерзнут ноги и руки, и тебя бьют по ногам 90 минут, ты должен продолжать делать свою работу. А делали что-то особенное в перерыве? И в перерыве, и до игры я ставил ноги в горячую воду. А мы так всегда делаем, когда болеем. Народное средство в России. А я это делал, чтобы отыграть матч, иначе было бы тяжело. В России традиционно любят игроков из Бразилии. Очень много ребят было здесь. Алекс, Халк, Малком, Вагнер Лав в свое время, Жо, который был в Ман-Сити. Да? Марио Фернандес вообще играл за сборную России на чемпионате мира даже. Как вы думаете, почему бразильцы так любят приезжать в Россию? Что здесь же холодно. Извините, в чемпионату Русу. Мы видим, что уровень чемпионата России заметно прогрессировал, а это означает огромные интересные возможности. В России престижные клубы, так что эти игроки приняли в свое время верное решение. А вы можете сейчас вспомнить хотя бы одно название российского футбольного клуба? Динамо. Из тех, кого знаю, Динамо, ЦСКА, Рубин Казань. Я помню, как провел матч против Рубина в Лиге чемпионов. До чего же был трудный матч. И всякий раз, когда мы приезжали туда играть, матчи давались нам все сложнее и сложнее. Потому что уровень местных клубов сильно рос. Это difícil, né? Porque futebol cresceu muito, e a gente vê isso hoje em dia. Круто, что Майкон вспомнил Динамо, ЦСКА и Рубин. Мы, кстати, посчитали, вы 8 раз играли против российских команд.
И это каждый раз очень сложные были матчи. Можете вспомнить самый сложный матч против российского клуба? O jogo que eu lembro mais foi um jogo no San Siro. Боже, больше всего мне запомнилась игра на San Siro против ЦСКА. Мы уступали после первого тайма 0-2. Один гол забил Вагнер Лав, а другой – Даниэль Карвальо, если я не ошибаюсь. Мы сделали все, чтобы перевернуть встречу, и все же выиграли 4-2. Эта игра останется в моей памяти надолго. Вот это был один из самых сложных матчей, который мне довелось провести против российских команд. Мы знаем, может быть, это слух, может быть, это правда, что в 2010 году Анжи, футбольный клуб Анжи, вам предлагал контракт. Это правда или нет? И думали ли вы о том, что надо переходить, не надо переходить? Может быть, Самуэль ТО вам что-то рассказывал об этом? Но teve nenhum contato comigo, né? Não teve nenhum contato. Лично со мной никто не обсуждал данное предложение. Не было никаких контактов и контрактов. В то время я даже ничего не знал об этом клубе. Он только начинал набирать популярность. Мне кажется, что Анжи стал известным благодаря приходу ТО. Если бы такое приглашение мне каким-то образом попало в руки, то, возможно, было бы интересно. За время своей карьеры вы поиграли в Челси со Смертиным, в Арсенале с Аршавиным, а в Тоттенхэме с Павлюченко. Можете описать каждого одним словом? Can you describe three of them in one word? Смертин. Смертин – значимость. Аршавин – талант. Павлюченко – гол-машина. Гол-машин. I think he would be proud to listen that. Я думаю, Роман гордился бы, что вы так о нем отзываетесь. Okay. Он всегда хотел забить гол. Он же был нападающим. Пытался забить и слева, и справа, поэтому я его и называю бомбардир. Машина для забивания голов. Гол-машин. Can you tell me? В первые 6 месяцев казалось, что Аршавин на голову выше многих игроков АПЛ. Что он был настолько хорош. Вы согласны с этим? Yeah. Да. Тогда почему, на ваш взгляд, его карьера на топ-уровне была такой недолгой? Для него это было too much. Ему было слишком сложно. Быть стабильным и поддерживать дисциплину? Да, стабильным для того, чтобы оставаться на таком высоком уровне. Ты должен быть сильным. Ментально. Да, и я не думаю, что он был достаточно силен в этом компоненте. Аршавин был, правда, талантлив, но у него не получилось великой карьеры. АПЛ – очень сложная лига. Речь даже не про то, что там много игр, а что нужно отдавать себя на тренировках каждый день. Нужно показывать себя на самом высоком уровне. Ты должен показывать себя даже на тренировке. А Аршавин был немного ленив. Я видел, что его футбол заточен на игру раз в неделю. И в первые 6 месяцев это даже работало. Но в долгую это невозможно. Помню одну тренировку, когда мы все усердно работали, а он отдыхал. Однажды он мне даже сказал: «Уильям, успокойся». Я ответил: «Почему? Нам надо выигрывать». Но он этого не понимал. Очень, очень жаль. Ведь он мог пойти очень далеко. With his talent, yeah? С его-то талантом. Okay. Да. Shall we talk about Павлюченко? Поговорим про Павлюченко. Чего ему не хватило в Англии? Или все сложилось неплохо для него? Я думаю, у него все получилось неплохо. Возможно, он бы выше и не прыгнул. За сезон до моего приезда он был на пике. Защитникам соперника нужно было смотреть в оба, играя против него. Как вы с ним общались? Он же не говорил по-английски вообще. Да и я тоже не особо говорил. А как тогда? Жестами? Нет, мы общались, просто больше слушали, чем говорили. Роман был веселым парнем, он пытался говорить по-английски. Пусть не идеально, но когда хотел что-то объяснить, все понимали. Поговорим про предстоящий чемпионат Европы. Что думаете насчет шансов Франции? Являются ли они фаворитами? Do you have any idea about the chances for France to win? We are the favorite. Да, я думаю, что мы фавориты. Но нравится ли вам игра сборной? Есть результат, но нравится ли вам сам стиль Дешама? Знаете, просто лично мне нет. А что самое главное в футболе? Результат. The result at the end is not sometimes. В конце концов, важен результат. Люди думают, что важен стиль, но для игрока самое главное — поднять кубок над головой. Вот так просто. Ты можешь играть хорошо, даже очень, владеть мячом 60% времени, но не пройти в финал. Когда ты игрок, ты выполняешь установки тренера, а его задача — затащить тебя в финал и заставить победить.
to the final and to make you to win the final. Тогда что случилось в финале чемпионата мира? Первые 70 минут не было видно Францию. 70 minutes, France were not there. Такое случается. Нет никакой причины. Мы не знаем, что произошло. Может, вы друзья с Дешамом, и он говорил вам? Нет, я не знаю, что произошло в первые 70 минут. Главное было среагировать, пусть даже спустя 70 минут. В финале с Аргентиной у нас была возможность выиграть, если помните. Да, момент Коло Муани. Да, Коло Муани. Мы могли выиграть тот финал, но, к сожалению, этого не случилось. Это очень сложно объяснить. Но аргентинцам очень повезло, что мы не забили. Поговорим немножко про Бразилию. Бразилия всегда фаворит любого турнира на чемпионатах мира. Но последние 20 лет нет результата. Все время что-то мешает. Как ты думаешь, в чем причина того, что Бразилия не может выиграть чемпионат мира уже так долго? У нас много изменений за последние два десятилетия, не так ли? Смены тренеров, состава. С каждым годом сборная Бразилии сталкивается с еще большими вызовами. Потому что Бразилия имеет игроков с большой квалификацией. Честно говоря, это очень общий ответ. Нам кажется, в 2006 году, например, когда были Кака, Рональдиньо, Роналду, Феномено, как можно было не выиграть чемпионат мира? Это моя личная трагедия. Mas o Brasil conseguiu em 2002. Но Бразилия достигла великого успеха в 2002. И говоря уже про 2006, ведь невозможно выиграть чемпионат мира два раза подряд. Как думаешь? Но стоит отметить, что тот состав сборной был уникальным. Хотя бы потому, что мы проиграли только Франции. А с тех пор футбол претерпел существенные изменения. Раньше в Бразилии было множество выдающихся футболистов. А вот сегодня нет игроков вроде Кака, Рональдиньо и Роналдо. Так что да, все поменялось, и все это сказывается на игре. Как вам кажется, Жога Бонита умирает как стиль, как футбольный стиль? Или бразильцы могут еще спасти это и сделать футбол красивым? Потому что футбол становится все больше и больше тактическим, нежели красивым для зрителя. У Жога Бонита ele existe. Жога Бонита все еще существует. Если посмотрите чемпионат Бразилии, то без сомнения увидите Жога Бонита. Что же касается игр сборной, то там приходится противостоять мощным европейским командам. А в Европе стало больше тактики и физики. Да, сегодня у сборной исчезла та уникальная фишка, которая ассоциируется с Бразилией прошлого, и приходится приспосабливаться. В таких реалиях играть в Джога Бонита непросто. Хотя иногда мы можем увидеть это. Например, гол Неймара Хорватии. Все получилось на высочайшем уровне, это была настоящая красота. Однако сейчас очень сложно применять Джога Бонита на протяжении всего матча, особенно когда перед тобой стоит задача одержать победу. Para jogar bonito agora. Você tem que se adaptar a outra seleção para tentar vencer. Окей, Вильям, вы уникальный футболист, так как поиграли за Челси, Арсенал и Тоттенхэм. И играл левого, правого и центрального защитника. These teams are huge. А эти команды большие враги. Позвольте спросить, кто из них номер 1, 2 и 3 в вашей жизни? In your heart. What is the number one, number two, number three? It's not number one, number two. Здесь не идет речи про номер один, два или три. Люди до сих пор не понимают этого, и я все еще получаю сообщения от фанатов Арсенала, Тоттенхэма и Челси. Они не понимают, почему я перешел из одного клуба в другой. А я просто хотел остаться в Лондоне, вот и все. Там была моя семья. Для меня очень важно посвящать себя детям, поэтому и остался. Никто не посмеет сказать: «О, Вильям не отдавался на 100%, нося майку Арсенала, Тоттенхэма или Челси». Я всегда выкладывался на полную. Не забывайте, я француз, и я не был фанатом ни одного из этих клубов в молодости. Вы не были фанатом. Да, я не был фанатом. Для меня главное было быть лучшей версией себя. Когда я был в Челси, я выигрывал трофеи. Но случилось то, что случилось, и я не мог больше оставаться. У меня была семья, и я не хотел уезжать из Лондона. Так я получил возможность сыграть за Арсенал. А когда закончился контракт, я все еще хотел остаться в городе и выбрал Тоттенхэм. Но люди до сих пор меня освистывают, когда я возвращаюсь. Okay, we'll talk about... Хочу спросить про Арсена Венгера. Можете назвать три вещи, которые делают его особенным? Can you name me? Арсен был профессором. Я всегда его так называю. Он был спокоен и никогда не принимал сиюминутные решения. Он никогда... Не торопился. Да, не торопился. Он анализировал и только на следующий день что-то говорил. Потому для меня он профессор. Человек, который хочет тебя научить. Сделать тебя лучше, чем вчера. А кто из тренеров оказал самое большое влияние на ваши навыки?
кто самый главный тренер в вашей карьере? Мой первый тренер был мой пай. Первым моим тренером был отец, который направил меня на этот путь. Безусловно, не могу не упомянуть замечательного тренера Вандерлея Лошенбурга, бразильца, который работал в Реал Мадриде. С 2002 по 2003 годы я имел удовольствие работать с ним. Этот период стал для меня невероятно важным, ведь я получил огромный опыт и знания благодаря его мудрому руководству. Отмечу и Жозе Мауриньо, конечно, который является особенным тренером. Его уникальный подход и философия сделали его одним из лучших тренеров в мире. Я горд тем, что имел возможность изучать и впитывать все, чему меня учил Жозе. Хочу подчеркнуть, что работа с таким выдающимся тренером – это особый момент для меня. Благодаря ей в 2010 году меня признали одним из лучших защитников в мире, чем я очень горжусь. Я так понимаю, что был вариант, что ты мог пойти в Реал Мадрид вместе с Жозе после Интера. Ты жалеешь, что не пошел? Нет. Нет, вообще без сожалений. Мое решение остаться в Интере было осознанным, учитывая мои теплые отношения с семьей владельца Маратти. Я был чрезвычайно польщен интересом Реала и с радостью продолжил бы работу с мистером. Однако не жалею о решении продолжить свою карьеру в Интере. Ни о чем в своей жизни не жалею. Скажите, кто был любимчиком Жозе в Челси? Честно, не знаю. Даже одного не было? Все говорят, что в том Челси было 4-5 лидеров. Терри, Дрогба, Лэмпорт. Но кто был главным? Джон Терри. Джон Терри? Кстати, вот тот парень, фанат Челси, уже болеет 20 лет за него. В той команде Интер в 2010 году, когда вы взяли Требл, было много лидеров характера. А вы были одним из главных в этой раздевалке? И кто был самым главным? Мы тогда создали действительно очень сильную команду, и все начинается с тренера. Особенно, когда у тебя есть такой наставник, как Жозе Мауриньо. Но не стоит забывать, что в то время были и очень мощные игроки с характером. Мауриньо уже дал импакт очень большой. Depois ele tinha jogadores muito importantes, né? A liderança, claro, vai ser... Лидерство, безусловно, принадлежало капитану Хавьеру Дзанетти. Но у нас также были Жюлио Сезар, Лусио, Сэмюэль и Снейдер. Сплоченная команда. Наша сила была именно в коллективе. Понимаете, это не была заслуга какого-то конкретного игрока. Тогда ты согласен, что в 2010 году у Снейдера украли золотой мяч? Он был прекрасен в Южной Америке и имел все шансы на победу. Мы тогда выиграли Требл, а Снейдер еще играл в финале чемпионата мира. Я глубоко убежден, что у него были все возможности заполучить золотой мяч. Это еще раз говорит о том, насколько несправедливым оказался исход. Конечно же, золотой мяч должны были дать ему. Вы сейчас сказали, что Жозе все равно был главным в этой команде. А сейчас у него какая-то маленькая пауза в карьере, он только что ушел из Ромы. Но видно, что он хочет какого-то нового вызова. А как вам кажется, в какой клуб сейчас ему подошел бы? Или, может быть, сборная Бразилии подошла бы Жозе? Во-первых, я считаю, что Рома совершил ошибку, уволив Мауриньо. Клуб 14 лет не выигрывал титулов до его прихода. А с Жозе сразу выиграли Лигу конференции и прошли в финал Лиги Европы. Мне кажется, что ему следовало дать еще немного времени. Но решение принимает клуб. Для меня Мауриньо настоящий профессионал, и он может помочь любой команде. Если бы он стал тренером сборной Бразилии, ну это было бы просто идеально, учитывая, что он знает многих игроков. Однако у нас уже есть новый тренер, и все в порядке. Но у меня нет сомнений, что Мауриньо скоро найдет новый клуб и продолжит свою успешную тренерскую карьеру. Я не могу не задать вопрос про Жозе Мауриньо. Недавно вы сказали, что он способен на последний танец. Какая команда или лига подойдет ему? Может быть, ему стоит взять сборную, например, Бразилию. У него есть еще запал? Да, несомненно, в нем есть дух победителя. Я уверен, он хочет выиграть еще один крупный трофей в своей карьере. Но вот вопрос, какой клуб предоставит ему нужных игроков? Получается, что даже Жозе нужны игроки, которые бы ему подошли. Не думайте, что проблемы Жозе в Тоттенхэме, Ман Юнайтед и Роме были связаны с его стилем игры. Многие знали, как против него играть. To achieve something big.
Like when you have like new... It was the same one year, right? Но это был тот же стиль, с которым он пришел в Челси в 2004-м. When he came, his style was the same style. But at that time... Да, но тогда это была революция. Вовсе нет. Разница в том, что тогда игроки были более зрелые. Они были мужчинами, они были готовы пойти на жертвы и биться в каждой игре весь сезон. Для того, чтобы выиграть АПЛ, нужно побеждать почти в каждой игре. Но для этого необходимо страдать. But you only said... Но вы только что сказали, что в то время игроки были более мужественные, чем сейчас. Где сейчас Жозе найти клуб с 26 мужиками, готовых биться за него? Я думаю, его время прошло. Сейчас на первом плане игроки... Все зависит, чего хочет владелец клуба. Он хочет побеждать. Если да, то нужно меняться. Все очень просто. Посмотрите на Гвардиолу. Он не выигрывал с молодой командой. With a young team. Yeah. They all became mature. Да, игроки вроде Родри сначала повзрослели, и только потом. Да, он берет трофеи с опытными игроками. So that means... Значит, Жозе, нет смысла идти в Челси, где так много молодежи. Come to Chelsea now, and with all of these young players. Only if the owner... Только если владелец захочет всех продать. Мы никогда не узнаем. Футбол постоянно меняется. Клубы много инвестируют в молодежь, но так не работает. Если хочешь выигрывать, нужны опытные игроки. Для того, чтобы молодежь могла показать себя, ей нужен опытный игрок рядом, который позволит перейти на другой уровень. Вот скажите, та самая команда Мауриньо, которая... Сезон 2004-2005. Да, почему она не смогла выиграть Лигу чемпионов? Вы были сильны и физически, и ментально. У вас был Дрогба впереди, супервратарь, было все. Как Лига чемпионов могла пройти мимо вас? How that team did not win a Champions League? Бывают моменты в футболе, которые нельзя объяснить. Я имею в виду полуфинал Лиги чемпионов с Ливерпулем. Мы сыграли дома в ничью. Как так вышло? На этот вопрос никто не может ответить. Вы были сильнее по составу. Как же так? Я всегда говорю, что в футболе нужна удача. В то время удача была на стороне Ливерпуля. Вспомните, как мы играли на Энфилде. Тот гол фантом. Я вынес мяч. Также у Гудьонсона был золотой момент, но мяч просто не летел в ворота. Нельзя это объяснить. Никто не знает, что может произойти в футболе. Когда в АПЛ ты в долгую лучше, чем соперники, то ты станешь чемпионом. Так. Но в кубковых турнирах, как Лига чемпионов... Все может случиться. Да, все может случиться. I think you follow Chelsea. Я думаю, что вы следите за Челси. Я слежу и за Челси, и за Арсеналом, и за Тоттенхэмом. Можете назвать хотя бы одного игрока нынешнего Челси, который бы подошел Челси 2005 года? Тиаго Силва. Тиаго Силва. Maybe he's one of the best. Возможно, он вообще лучший игрок в команде. А теперь посмотрите, сколько ему лет. 38 или 39? 39? Вы считаете это нормально? Нормально для игрока в таком возрасте быть лучшим в команде? Особенно, когда тратите миллиард, а лучший в вашей команде 39-летний защитник. Возникает много вопросов. Ты следишь сейчас за Интером? Если да, то кто из этого Интера мог играть в том Интере, который был лучшим в мире? Я был на игре Интера против Ювентуса на Сан-Сиро и могу сказать, ни один игрок не смог бы присоединиться к составу нашей команды 2010. Ну, за исключением, может быть, одного человека, Ди Марко. Потому что на других позициях у нас было много игроков очень высокого уровня. Хотя, знаете, было бы интересно провести матч Интера 2010 года против Интера 2024. Это было бы зрелищно. И правильно я понимаю, ты думаешь, что игроки твоего поколения были лучше, чем игроки, которые сейчас играют? Безусловно. Во времена, когда я играл, футболисты были более высокого класса. Сегодня же футбол просто эволюционировал в сторону физики. Поэтому я настаиваю на том, что в мою эпоху футбол был чуть более высокого качества. Я всегда буду отстаивать наше время. В моей эпохе футбол был немного больше качества. Я буду защищать мою эпоху, сын. Кого вы поддержите в АПЛ в этом сезоне? Арсенал и Тоттенхэм в очень хорошей форме. Хотя Челси, ну, совсем плохо. Я уже говорил, что Арсенал не станет чемпионом в этом году. В следующем, да, но в этом они финишируют выше шпор. Next season, yes.
But this season they won't be champion, but they will finish in front of Tottenham. But do you think Tottenham has? А есть ли шанс у Тоттенхэма попасть в топ 4? Как думаете? Да. Yeah. Do you like the new? Нравится ли вам новый Тоттенхэм с Постекоглу? Новый стиль. The high line, very high line. What do you think about? Новый стиль, очень высокая линия обороны. Что, кстати, думаете про это? It's good because he can. Все хорошо, ведь у него есть подходящие игроки. To play like this, he has a defender to play like this, but in your time, can you? Смогли бы в свое время сыграть в такой высокой линии? Yeah. Да. Да? Yeah, because to play very high. Да, чтобы так играть, нужны быстрые защитники. Like yourself. Как вы, да? I think you were quick. Да, я был быстрым, поэтому бы смог. So you told that Arsenal will win. Вы сказали, что Арсенал выиграет АПЛ только в следующем году. Чего не хватает сейчас? Еще одного года. Года или игрока? Может, одного года, может, одного игрока. Это может быть нападающий, полузащитник или защитник. Посмотрите на состав. Там одни молодые. Да и Артета работает тренером только 3 года. Coach of Arsenal. Почти 4. Почти 4. В прошлом году они были близки, но почему не выиграли? Тому составу не хватило опыта и смелости в важных играх. Поэтому они могут выиграть АПЛ только в следующем году. Задам прямой вопрос. Кто лучше, Вильям Салиба или праймовая версия вас? And William Saliba, who is better? I think. Очень сложно сравнивать. У него другие сильные стороны и стиль игры. Mine, you know. So. Потому что вы защитник в прямом смысле этого слова. Нет, он тоже полноценный защитник. Но я мог играть на любой позиции в обороне, а Вильям только в центре. Его преимущество в том, что он выше и сильнее меня. Но я играл и слева, и справа, у меня было больше возможностей забить. Но что уже заметно в нем, так это его спокойствие в столь раннем возрасте. Он играет на важной позиции в таком большом клубе, как Арсенал. У меня этого не было в его возрасте. Поэтому и говорю, что нас сложно сравнивать. Надеюсь, у него будет большая карьера. Я думаю, Салиба может стать лучшим защитником в мире. Я тоже так считаю. Ему еще есть чему учиться. Я желаю ему всего наилучшего. Мне нравится, как он играет. Хотя он иногда совершает ошибки, как это было в игре против Ливерпуля. Он мог вынести мяч. Ему надо было действовать жестче и не дать Диасу обойти себя. Но такие ошибки не приговор, так как он еще учится. Я уверен, что спустя пару лет, будь он в такой же ситуации, он сделает все правильно. Давайте пофантазируем. Если бы вы играли сегодня, и вам пришлось защищаться против Холланда, как бы вы это делали? Есть идеи? Было бы сложно. Ну, как бы вы его остановили? Я бы сильно не приближался к нему. Он мощнее меня. Когда он рядом, он использует корпус, и его уже не остановить. You know, to mark him. Ваши дети играют профессионально? Да, сын играет. И как у него дела? Увидим в большом клубе? Нет. Нет? No. К сожалению, нет. Но что касается музыки, то я старомодный. Мы делали интервью с Эммануэлем Эдебайором и полчаса с ним танцевали. Да, Эммануэль такой парень, любил танцевать в раздевалке. Музыка была важна для него. Он мог потанцевать до и после игры. Не все этого понимали, но он просто пытался снять стресс таким образом. Некоторые считают, что после поражения нужно склонить голову, сесть в угол и заплакать. По сути, получается, что Кафу, вы, Дани Алвес и Занетти были как эталоны крайних защитников. Кто сейчас вам нравится больше всех из крайних защитников в мировом футболе? Ух, лично я считаю, что Ян Коута демонстрирует выдающиеся навыки. Он явно выделяется среди остальных даже на фоне великолепного сезона Жироны. Однако я не уверен, что есть много игроков, которые превосходят коллег. Есть, конечно, Кайл Уокер из Манчестер Сити, великолепный игрок. Но прям выдающихся правых защитников сейчас я не вижу. Кто был лучше правым защитником, ты или Занетти? Я? Безусловно, я. До того, когда я пришел в Интер, Занетти играл где? На позиции защитника. Когда уже я появился в команде, он согласился играть в центре, а я занял правый фланг. Было очевидно, что я был лучшим. А он пришел в центр кампу. Sem discussões. Eu sou melhor.
Видишь, значит, ты не очень скромный. А то ты сначала был очень скромный. Humildi, не скромный? Я очень скромный человек. Я просто говорю правду. Вообще видно, что у вас есть чувство юмора, что вы такой легкий на подъем. И есть такая история, что вас выгнали. Он причем понял, апрендиль, да? Это карабак, я лагерь фуи. Васан говорит о неудачном пранке Майкона над партнером по сборной Элиасом из Коринтианса. В 2014 году после одного из матчей Бразилии парни затусили в клубе. По возвращению в отель пьяный в стельку Элиас уснул, а Майкон решил над ним прикольнуться. Взял перец, сгущенку и налил парню на пятую точку. А когда тот проснулся, сказал, что его изнасиловали какие-то мужики. Элиас побежал к докторам, те его успокоили, но парень не оценил розыгрыш, пожаловался тренеру Дунги, и Майкона выгнали из сборной. Больше за пентакампеонов Майкон так и не сыграл. Я считаю, что за каждую ошибку нужно понести ответственность. И я без колебаний понес последствия своей ошибки. И нет, я никого не виню за то, что произошло. Мы решили вопрос профессионально и спокойно. Такой вопрос. Ваш любимый гол? У нас есть два варианта. Ворота Ювентуса или ворота Барселоны в полуфинале Лиги Чемпионов. Может быть, какой-то другой. Какой ваш любимый гол? Я обожаю все свои голы. Особенно важным был мяч ворота Милана, так как это был мой первый гол в дерби. Я очень хотел забить его, и в итоге счет стал 4-0 в нашу пользу. Что касается гола в полуфинале Лиги Чемпионов против Барселоны, это огромное достижение, хотя бы из-за сложности соперника. Но я бы выбрал гол, забитый в ворота Ювентуса. Ведь после моей той обработки все ждали, что последует передача нападающему. Мало кто ожидал, что я пробью, а я сделал это. В общем, из этих двух вариантов мой выбор – гол в ворота Ювентуса. Как вы забили тот гол на чемпионате мира Китая? Вы хотели туда попасть или это случайность? В тот момент у меня была только одна возможность – прострелить вдоль ворот. Поскольку я уже находился на линии, мне не оставалось ничего другого. Я ударил по мячу, он приобрел эффект Джабулани и устремился в ворота. Этот гол оставил свой отпечаток в моей памяти на всю жизнь. Ведь когда ты играешь за сборную Бразилии, едешь на чемпионат мира и тебе удается отличиться в матче – это сбывшаяся мечта. Меня всегда накрывают эмоции, когда я просто вспоминаю об этом моменте. Ir para uma Copa do Mundo e ainda fazer gol, então para mim é sonho realizado e fico muito emocionado quando eu falo desse momento. Если бы тебе нужно было выбрать 5 футболистов и сыграть 5 на 5, как практически в мини-футболе, кто попал бы в твою команду? Один вратарь, один защитник, один полузащитник и 2 нападающих. Это задачка со звездочкой, дружище. Я могу 5 таких команд составить, это сложный вопрос. Но окей, Жюлио Сезар, эта фигура просто обязана быть в моей команде. Лусио, Рональдиньо, Роналдо Феномена и Ромарио. Роналдо Феномена и Ромарио. Let's play this very like famous game. Окей, давайте сыграем в известную игру. Составьте символическую сборную из 5 лучших игроков. Вратарь, защитник, полузащитник и 2 нападающих. Петр Чех, Джон Терри, Нголо Канте. А не Клод Макелеле? В 5 на 5 нужно бегать везде, повсюду и перекрывать все зоны. Тогда Канте, у него будто 2 сердца. Да. Клод был очень умным полузащитником, везде носился, но не так, как Канте. Но он так изящно отдавал передачи между линиями, поэтому и был уникальным. Давайте проверим. Петр Чех, Джон Терри, Нголо Канте и еще 2 нападающих. Я выберу Роналду. Бразильца или португальца? Португальца. Я играл против бразильца, но он уже был не на пике. А вот когда я смотрел на него по телевизору, он был уникальным даже через экран. Однако, выйдя против него, я не ощутил этого. Так, Криштиану и... Месси. Месси? Окей. Получается, Роналдо был самым сложным соперником, против которого вы оборонялись. Может быть, кто-то еще? Нет, он не был самым сложным соперником, потому что, когда я играл против него, он был еще слишком молод. В то время он играл на фланге, да? Да, вингером.
Then tell me who was the hardest for you to play against. Но тогда назовите самого сильного соперника. Для меня таким был Дрогба, когда я играл против него. When I play against him. Например, за Арсенал. Yeah. Именно. Everyone... Все говорят, что Дрогба было не остановить. Что его делало таким? It was strong. Он был силен, очень силен. С недавних пор он проводит церемонию вручения золотого мяча, и у него довольно неплохо получается. Скажите, у него всегда было такое чувство юмора? Нет, это лишь показывает, что всегда можно стать лучше. После завершения карьеры футболиста не всегда знаешь, чем заниматься дальше. Для Дидье футбол становился все менее привлекательным, поэтому он усердно работал, чтобы стать хорошим ведущим. Я думаю, он отлично справляется. Но это не произошло само собой. Даже здесь он тяжело работал. Вам нужно усердно работать, взять несколько уроков. А так да, он довольно смешной парень. He's a funny guy. Понятно, что ты часто подключался в атаку, когда ты играл профессионально, но тебе приходилось играть в защите, обороняться. Против кого было сложнее всего? Месси. Месси? Месси, но он же играл на другом фланге часто. Именно вот твой соперник, прямо твой, конкретно твой соперник. Тьерри Анри. Тогда Тьерри Анри. Это был самый сложный, да? Да, самый сложный. Ну и Криштиану Роналду, само собой. Но я отмечу, что обороняться против Криштиану было тяжело вдвойне. Он очень сложный соперник, физически развитый, ловкий и невероятно быстрый. Так что сдержать Криштиану было проблематично. Да, такой вопрос. Во время твоей карьеры ты поиграл с многими очень крутыми нападающими, как Ибрагимович, Роналду, Милито. Еще кто, на твой взгляд, все-таки лучший нападающий с тем, с кем ты выходил на поле? Итал, собрята кречи. Если говорить о нападающих, то номер один – Роналдо феномен, и только потом все остальные. Нельзя даже сравнивать Роналдо с другими нападающими. Роналдо – абсолютный лидер. Но мне и правда посчастливилось играть с другими талантливыми форвардами. Особое впечатление произвел Ибрагимович, когда он был в составе Ювентуса. Это игрок с неподражаемой силой, мастерством и скоростью. В тот момент он становился просто непобедимым. Когда я сталкивался с ним на поле, я видел, как он много работает. Ибрагимович был поистине великим нападающим. По уровню таланта Марио Балотелли мог бы быть супер топом или нет? Я согласен, что Марио, безусловно, имел потенциал стать одним из выдающихся игроков. В свои всего лишь 16 лет Марио дебютировал в выездном матче против Аталанты, потому что у нас больше некому было играть. И что ты думаешь? Он забил два потрясающих гола и вписал свое имя в историю. Благодаря его перформансу мы выиграли 2-0. Очевидно, что его талант был огромным, но, к сожалению, так остался нереализованным. Очень жаль, его ждала большая карьера, полная успехов, но каждый человек имеет право выбора, и Марио сделал свой собственный. Ты в Интере пересекался с Рикардо Куарежмой, тоже очень большой талант, у которого не получилась карьера в больших командах. Почему, как ты думаешь? Понимаешь, порою не все так просто. В Порту Куарежма прекрасно играл, и Интер подписал его. Однако он не смог сохранить тот же уровень, который показывал в Португалии. В итоге он отправился в другие клубы, в Турцию и так далее, но так и не смог стать тем, кем был в Порту. Однако талант у него был просто невероятный. И я сожалею, что у него не было возможности раскрыть весь свой потенциал в миланском Интере. А кто был твоим кумиром в детстве футбольным? Какой плакат висел у тебя дома? Для меня кумиром всегда был мой отец. Только он. Everyone is my daddy. Who was the idol? Кто был вашим кумиром в детстве и вдохновил на игру в футбол? Who was the inspiration for you to play football? As a player. He was a French. Это был француз, он играл за Бордо, и звали его Жан Тигана. And his name was Jean Tigana. Жан Тигана. Полузащитник Жан Тигана. И вы хотели стать полузащитником изначально? Я был атакующим полузащитником, когда только начинал. Вопрос про Килиана Мбаппе. Не думаете, что он задержался в Лиге 1? He's playing in League 1 for too long. That he could normally is going to move.
Но он же уйдет, разве нет? Да, но ему уже почти 25. So he's a good age, too. Хороший возраст. 17. Мир узнал о нем, когда ему было 17, и он играл в Монако. Все думали, что он большой талант, но вот уже 8 лет он играет в Лиге 1. У него была стратегия. Он хотел выигрывать трофеи во Франции с ПСЖ. Он хотел стать лучшим бомбардиром в истории ПСЖ. Нельзя такого добиться за год-два. Нужно время. Особенно, если ты гонишься за Ибрагимовичем и Кавани. Я думаю, сейчас идеальное время для перехода. А в какой клуб? При хорошем исходе он окажется в Мадриде. Все хотят его видеть там, посмотреть, что он там сделает. Сейчас очень много разговоров по поводу карьеры Неймара. Многие думают, что он не реализовал свой потенциал на максимум. Как вы думаете, это действительно так или нет? И как вы оцениваете карьеру Неймара? Про меня Неймар он крак. Для меня Неймар звезда. Лично я восхищаюсь им. А то, что он делает за пределами поля, касается только его самого. Для меня он всегда останется непревзойденным игроком. Да, он не достиг тех высот, которые все от него ожидали. Стать лучшим игроком в мире и завоевать золотой мяч. Но оценивая его как футболиста, нельзя спорить тот факт, что Неймар виртуоз. Я никогда не перестану восхищаться им, так как для меня он феномен. А как вы думаете, он должен был уходить из Барселоны в ПСЖ или нет? А Я считаю, что данное решение остается на усмотрение игрока, хотя, на мой взгляд, лучше бы было остаться в Барселоне. Во-первых, город впечатляет своей привлекательностью, своими пляжами и прекрасными видами. А еще потому, что он играл рядом с выдающимися футболистами. Поэтому остаться в Барселоне было бы лучшим решением. Если он сделал правильную, то он на пути правильном. Тебе не кажется, что у Винисиуса слишком много эмоций? Вам кажется, что Винисиус проявляет эмоции больше, чем кто-либо другой? Ну, таков его стиль. Мы не можем требовать от него делать только что-то хорошее или плохое. В этом его уникальность. Он шаг за шагом совершенствуется. Он выдающийся игрок, и мы в Бразилии болеем за него. И верим, что он тоже будет бороться за золотой мяч. Самый скучный вопрос в мире. Типа Роналду или Месси? Месси. Он просто лучше всех, вне конкуренции. У Месси нет равных. Невозможно быть похожим на Месси. Он завоевал все, что только можно. И ганьоу туду. Я лично считаю, что на пике, когда он был его лучшее время, Рональдиньо был лучше, чем пик Месси. Ты согласен? В смысле, если сравнивать пик Рональдиньо и лучшую версию Месси, кто лучше? Не так-то просто. Однако я выбираю Рональдиньо, у которого было значительно больше навыков, чем у Месси. На пике своей карьеры он демонстрировал просто невероятный уровень мастерства. Однако это сложный выбор. Можно сказать, что Рональдиньо был учителем для Месси. Кто, ты думаешь, в этом году главный фаворит, чтобы выиграть золотой мяч? Беллингем, Холланд? Беллингем является главным фаворитом. То, что он делает, немыслимо. Он пишет новую историю Реала. И да, его время наступило, и он далеко пойдет. Но не забывайте и о Холланде, Винисиусе Джуниоре и Харри Кейне, которые также обладают фантастическими способностями и тоже претендуют на золотой мяч. Тем не менее, Беллингем является фаворитом. Беллинга, con certeza, é um dos favoritos. Можете назвать фаворита в борьбе за золотой мяч? Everybody know now the Ballon d'Or, you know. Чтобы выиграть золотой мяч, нужно выиграть все на клубном уровне. Все зависит от Холланда, что он сделает во второй половине сезона. Забьет ли он кучу голов? Если вновь станет лучшим бомбардиром АПЛ, а Сити выиграет Лигу чемпионов, то он и заберет приз. Ты можешь рассказать? Реплит? Да, это трэбл Интера. А, получается, это дата каждого из титулов. Типа серия А... Серия? Да, серия А, Кубок Италии, Лига чемпионов. Ага. Спасибо. Obrigado. De nada. Valeu, um prazer. Obrigado.